Привет, дорогие друзья! Сегодня долгожданное и очень многими запрашиваемое видео моими зрительницами о том, как же я похудела. Честно говоря, я бы не стала, правда, серьезно сама его записывать, если бы меня очень сильно все не просили, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что ну вот почему не поделиться своим опытом, который, так сказать, вот произошел со мной в последние, скажем, где-то с марта месяца я начала худеть, сейчас июнь, апрель, май, июнь, 3 месяца. Да? Правильно, да. В середине марта я начала худеть. Я очень давно не записывала видео разговорные, болталки, поэтому, девочки, не судите меня строго, я немножко отвыкла и вообще как-то не очень ловко себя чувствую, но я постараюсь не затягивать и очень, так сказать, конкретно и четко все рассказать. Давайте я начну с того, что мне, кто у меня впервые, мне 57 лет. Сейчас я вешу, вот сегодня я утром взвешивалась 58,5 килограмм. Начала я худеть с цифры 64-65, где-то вот так вот килограмм. Это было просто уже чрезмерный такой вес, который меня очень сильно, так знаете, испугал. И я сейчас вам хочу кое-что объяснить, потому что мне некоторые пишут, что это не такой уж большой вес, и есть люди, которые больше весят. Но дело вот в чем. Я быстро, очень вкратце. Значит, для меня каждый человек, я считаю, очень индивидуален в своем, так сказать, соотношении вес-рост и вообще как бы вот именно в килограммах. Килограммы не являются четким, стопроцентным показателем того, как вы выглядите, понимаете? Есть люди, которые весят очень много, выглядят прилично, нормально. Есть люди, которые весят мало, но выглядят не очень хорошо. Я имею в виду вот в пропорциях. Каждое тело, так сказать, индивидуально, и у всех свои какие-то особенности, в том числе, вот, например, я сейчас вам объясню, что я имею в виду в этом смысле. У меня очень узкая кость, маленький скелет, я не знаю, как это называется. Во-первых, у меня рост небольшой, 1,60 м, совсем маленький. Во-вторых, у меня очень легкие, маленькие кости. Ну, я как-то коряво выражаюсь, но я сейчас вам объясню, что я имею в виду. У меня 35-й размер ноги. У меня руки, как у ребенка. У меня совершенно узкое вот тут вот запястье. Вот. То есть у меня все очень такое, знаете, как детское. И, например, у меня есть подруга, которая примерно моего роста, может быть, на пару сантиметров меня выше, но, например, мы с ней какой-то период времени были одного веса, 55 килограмм, и я рядом с ней была, выглядела как такая здоровая пухлая тетка, потому что она при том же весе, при том же росте выглядела как худой дрыщ рядом со мной, потому что у нее, например, 39-й размер ноги, у нее большая рука, у нее широкие плечи, у нее узкий зад, то есть у нее весь вес, не весь, но вес, как бы очень много веса забирал скелет, именно кости. У меня же весь мой вес – это жир, поэтому я всегда выгляжу больше, чем я вешу. Когда я весила вот там 62-63 килограмма и писала вот в моих видео под видео, что я вешу 62 кило, мне писали: да вы что, да зачем вы врете? Вы выглядите не меньше 72-75 килограмм, понимаете? Я понимаю, потому что я действительно выглядела толще, чем есть мой вес. Потому что для многих очень людей вес 65-64 килограмма – это вообще это мечта. А для меня это очень много, потому что, опять же, повторюсь, моя вот такая генетическое строение, мои фигуры. Вот, поэтому, когда я говорю, что у меня был 64-65 килограмма, я начала паниковать, и не принимайте это на свой счет, потому что я – это я, вы – это вы. У всех разные, так сказать, эти. Вот, опять же, пример моей подруги. Теперь, значит, как я дошла до жизни такой, я хочу сказать, что я всю свою жизнь я борюсь со своим весом, потому что у меня всегда, когда я начинаю есть, не думая, не задумываясь и не глядя, у меня всегда вес растет. У меня 3 детей, значит, после 3 беременностей каждый раз я набирала очень много веса, потому что, когда ты беременный, ты, конечно, не ограничиваешь себя, не думаешь, что я не буду есть то, я не буду есть все. Когда рождается ребенок, и вся вот ребенок, вода, и все вот, что вокруг уходит, и вы остаетесь со всем этим весом, и с ним надо что-то делать. Вот так вот я
Три раза после беременности я тоже очень кардинально сильно худела, ну, откормивши там детей, там, через год или через полгода после того, как я родила, я очень сильно худела тоже вот, ну, примерно таким же способом, но я тогда была молодая, и это было намного проще. Кстати, я снимаю в кухне, потому что я считаю, что это самое лучшее место снимать видео о похудении в кухне на фоне моего друга-холодильника любимого. Вот. И у меня очень большой опыт в этом, и кроме беременностей было несколько раз в моей жизни, что я бралась за себя и начинала худеть, потом снова разъедалась. Происходило это только потому, что я переставала следить за тем, что я ем, как я ем, когда я ем, и вот вес рос. А после 50 и 55 это вообще стало абсолютно, ну как бы, выше моего контроля. То есть я перестала вообще контролировать вот это вот соотношение еда-вес. То есть, понимаете, с возрастом то, что вы можете делать для того, чтобы не поправляться, когда вам 40, и когда вам 50 или 55, это уже мало. То есть вы должны делать больше. Ну, я, девочки, я говорю вы, но я говорю про себя. Вот я вам рассказываю про свой опыт. То есть я как бы делюсь с вами, но это не значит, что вы должны делать то же самое, что я делаю. Я рассказываю про себя. И хочу сказать, что все, что я делаю, и как я, так сказать, добилась этих результатов похудения, не очень больших, но для меня, так сказать, вполне приличных. Я никого не призываю, боже мой, ради бога, я вас умоляю, никого не призываю делать и так же. Во-первых, потому что все люди разные, у всех разное здоровье, разные какие-то начальные условия, у всех разный организм, какие-то там проблемы, болячки, не болячки, в общем, все что угодно. Я не делаю ничего экстремального, то есть не то, что я прям что-то такое делаю, что прям может нанести вред здоровью, но тем не менее, я хочу вас попросить и вам сказать, что если вы хотите что-то такое делать, и вы не уверены в том, что для вас это будет, ну, как бы подойдет, во-первых, поговорите с вашим врачом, обязательно поговорите с врачом, я вас очень-очень сильно к этому призываю, и не слушайте вообще советов в интернете без того, чтобы спросить, и объяснить, и поговорить об этих советах с вашим доктором или с кем-то, диетолог ваш или кто-то, с кем, кому вы доверяете. Не слушайте никого в интернете. В интернете очень много ерунды рассказывают, и очень много глупостей, и очень много даже вредных вещей говорят, что делать или не делать. Поэтому, пожалуйста, подходите с умом, так сказать, критическим мышлением, и если вы считаете, что это слишком экстремально для вас, и вы не сможете так это делать, обязательно поговорите с врачом. Я это буду повторять, наверное, 8 раз за это видео, потому что я очень-очень боюсь, что вот эти вот мои, так сказать, призывы, советы вот вызовут какие-то проблемы у кого-то. Значит, для меня очень важна всегда мотивация. У меня есть одна знакомая, которую я... Ну, мы встречаемся довольно редко, потому что мы не близкие подруги, а так, приятельницы, значит. И я ее видела, встречаю раз в несколько месяцев. И она всегда была очень полная, такая... Ну, большая такая девочка, как бы это сказать, да? Что не делало ее менее красивой? Она бывшая актриса, она очаровательный человек, она очень заводная и такая зажигалка. И по-моему, на мой взгляд, ее вес ей совершенно не мешал, как она вот вела себя и как она выглядела. Но, встретив ее в очередной раз в марте месяце, на какой-то сходке нашей девичьей, я с восторгом, можно сказать, с удивлением увидела, что она похудела где-то на... Ну прилично. Она из пышечки стала, ну, не худой, а такой уже женщиной, что, ну, в общем, нельзя было ее назвать, что она пышка, что она полненькая, а вполне такая, чуть-чуть там лишний вес, но, в принципе. Я спросила ее, что ты делаешь, она мне рассказала, что она делает, и я стала делать то же самое, что она, и я хочу сказать, что очень важна мотивация. Вот я сейчас вам не то, что буду советы давать, а попытаюсь быть вашим мотиватором. Насколько это возможно. Я, боже упаси, не продаю никакие курсы и ничего не это. Под словом мотиватор я имею в виду то, что вот эта вот подруга моя знакомая, она как бы вот подвигла своими результатами, подвигла меня попробовать делать то, что она делает.
И я сейчас вам расскажу, в чем, собственно, это заключается через 10 минут болталки. Но я считаю, что нужно было сделать какое-то вступление, потому что вы, допустим, кто меня первый раз, или кто меня смотрит, только мои примерки украшений, мало знает, так сказать, мою историю, и что я и кто, и сколько мне лет, и сколько у меня детей, и, в общем, все такое, и мою вообще историю, всю жизнь борьбы с лишним весом. Значит, что я делаю? Во-первых, я не ем ничего после 4-5, а лучше 3 часов дня. Вот такая история. Значит, ничего, девочки, ничего означает ничего. То есть я имею в виду ни яблоко, ни клубнику, там, я не знаю, ни сливу, ни какие-то там полезные орешки, сухофрукты. Хотя в орехах, в сухофруктах очень много калорий. Ну, к примеру, там, я не знаю, овощи, салат из помидоров с огурцом. То есть абсолютно ничего. Под ничего я имею в виду вот ничего. Я не могу это назвать интервальным. Вернее, я могу это назвать интервальным голоданием, но это немножко наоборот интервальное голодание, потому что мы с вами знаем, что интервальное голодание всегда, все говорят, значит, поужинали там в 7-8 часов, и потом вы пропускаете завтрак, и до 12 дня вы ничего не едите. Я пробовала это делать, и у меня это не работало. Я где-то так месяц, несколько раз я начинала, где-то месяц я вот сидела на интервалке, вот такой вот именно едим вечером, а утром до 12, до часу дня ничего не едим. Мне это не помогло. Я считаю, что вот в смысле интервального голодания почему-то, я считаю, что это самая большая, так сказать, ошибка. И, ну, не знаю почему, все доктора вот так вот советуют, там, доктор Берг и прочие доктора, что пропустите завтрак. Для меня это удивительно, потому что я вам сейчас скажу, всю свою жизнь, все свои разы, когда я худела, после беременности, там, или просто вот когда я бралась за себя и начинала худеть, я всегда не ела по вечерам. Ну, как бы мы, это старое, доброе, ужин отдай врагу, да, правильно? Ну, то есть нельзя ужинать, нельзя кушать вечером. Я не знаю, как это работает, и почему-то считается, что пропуск завтрака вот в интервальном голодании – это самая, так сказать, вот главная идея. И делать вот этот перерыв между едой последней и первой, там 16-18 и так далее часов. Для меня работает повернуть это интервальное голодание, то есть я начинаю где-то свой день в 8 утра, в 8 утра я могу поесть, или я беру и пью кофе с молоком, вот у меня до сих пор чашка стоит, я записываю, у нас сейчас 8:55 утра, вот у меня чашка с кофе, которую я себе налила, и она у меня, вот я сейчас ее буду пить, потихонечку пить, и где-то, может быть, часам к 9 я, ну вот сейчас 9, вряд ли я уже сегодня успею, ну в 9:30 я поем что-то на завтрак, потом я буду очень долго терпеть. Желательно часов до 3-4 я больше есть ничего не буду. В 3-4 я поем, и до утра следующего дня я есть ничего не буду. Ничего, повторюсь еще раз, значит ничего. Ничего полезного, ничего. Чай я пила одно время, когда, вот, во-первых, было у нас холодно зимой, и сейчас мне охота чай пить, сейчас жарко. Вот, я пила чай вечером, когда мне очень хотелось есть, всякие чаи ягодные, цветочные, фруктовые, знаете, они такой дают приятный запах, вкуса там нету, в принципе, чай, но они дают вам запах, вот этот, который запах наполняет ваше, как бы, так сказать, ну, желание что-то съесть, вы нюхаете, это как будто ягодный вкус, вы как будто что-то такое берете в рот, то, что вкусное, знаете, и плюс горячая вода, чай. Горячий чай, горячая вода, мне кажется, на мой взгляд, она притупляет чувство голода. То есть вот чай в любом случае хорошо, когда вы очень хотите есть, но я вот предпочитаю всякие ягодные чаи, потому что они еще как бы дают вам такой обман мозга, что вот этот вкусный запах, вы что-то такое в живот кладете, а на самом деле это просто чай. Но сейчас нет, потому что сейчас очень жарко, и, ну, у нас кондиционер, но все равно, знаете, как-то не хочется горячий пить чай по вечерам, и я иногда могу, допустим, газированную воду, просто, конечно, без сахара, без ничего, просто селтер, вот эта вот вода с пузырьками. У нас есть машина дома, которая делает эту воду газированную,
из обычной воды, ну или покупаем их в бутылках, неважно. И вот это вот, это закон для меня, который я соблюдаю каждый день. Конечно, я нарушаю. Иногда я вам сейчас расскажу, как я нарушаю и что я делаю для того, чтобы, ну, снизить, так сказать, вред там, нарушения мной закона моего. Почему? Потому что мы живем в социуме. Мы не можем, так сказать, оторваться от семьи, от друзей, от, ну, я не знаю, от компании своей. У меня, например, нет, не хватает силы воли, когда мы идем в гости вечером к друзьям, или идем с ними в ресторан, или идем куда-то еще, где, естественно, все едят, пьют, а я буду сидеть и смотреть с пустой тарелкой, потому что у меня уже после 4 я уже не могу есть. Во-первых, это некрасиво, я считаю, что это невежливо. А во-вторых, серьезно, я не настолько волевой человек, чтобы, глядя на то, как все вокруг меня поглощают пищу, пьют вино, едят тортики, чтобы я вот сидела и вот так смотрела в тарелку, я не буду. Нет, конечно, я этого не делаю, конечно, я ем со всеми, и даже с превеликим удовольствием ем абсолютно все, и торт могу кусок съесть, и салат оливье, и хлеба, и блинов, и там, я не знаю, кусок мяса и картошки. В общем, но я говорю о каких-то вещах, которые происходят, например, там, ну, скажем, ну, даже если раз в неделю мы ходим на какие-то там встречи с друзьями, что не каждую неделю, конечно, бывает, но довольно часто, может быть, раз в 2 недели. Ну, сейчас как-то, знаете, это зависит. Я вам, кстати, хочу сказать, но я, может быть, потом про это скажу, что вот, конечно, социальная жизнь, похудение очень, очень мешает. Потому что мне очень долгое время было плато. Вот я похудела на какой-то вес, там, на 5 килограмм, например, и очень долго у меня было плато. Я перестала худеть, потому что практически каждые выходные мы что-то делали, куда-то ходили, ели, пили, и потом надо было как-то это восстанавливать. Я, да, восстанавливала свой вес, который был до этого, но дальше вниз оно не шло. Значит, сейчас я вам расскажу второе, что я делаю еще, кроме того, что я вот не ем абсолютно ничего после 3-4 часов. И фактически у меня 2 приема пищи, то есть утром я завтракаю и потом вот днем. Я даже стараюсь, знаете, вот дотянуть максимально, например, часов до 3. В 3 часа я так хорошо ем, и все, понимаете? То есть и до утра мне хватает. Иногда есть какое-то такое легкое чувство голода вечером, перед сном, но мне оно не мешает. Я могу спокойно совершенно спать на пустой живот. Вот я знаю, что есть люди, которые говорят, что они не могут лечь спать, потому что они, у них пустой желудок, и они не могут уснуть. Я могу уснуть даже лучше, чем с полным животом. И вообще вот у меня такой, знаете, есть индикатор. Если вы ложитесь спать, и у вас нет чувства голода, то утром вы не встанете с отвесом. То есть утром вы встанете, у вас вес не поменяется. Если вы ложитесь спать, и вы чувствуете легкий голод, то утром вы встанете, у вас будет минус полкило. Вот. Значит, второе, что я делаю разгрузочный день в понедельник. Это может быть любой день. Я выбрала понедельник. Во-первых, потому что я работаю из дома в понедельник, мне не надо идти на работу. Во-вторых, потому что, как правило, выходные у меня происходит вот какая-то социальная тусня и какой-то обжиралово, поэтому я в понедельник вот выбираю себе вот такой вот такой разгрузочный день, который длится 36 часов. Не 24, 36. Это очень важно, я сейчас вам объясню, почему. Значит, в чем это заключается? Допустим, воскресенье. Как правило, в воскресенье мы уже дома. Как правило, если мы куда-то идем, это пятница, суббота. А в воскресенье мы, как правило, дома, потому что все готовятся к рабочей неделе, никто никуда уже не ходит. Значит, в воскресенье, закончив свою еду в 3-4 часа дня, ничего не евши, в понедельник я встаю, ничего не ем, я пью черный кофе, больше ничего. Весь день в понедельник и до утра вторника я ничего не ем. То есть это даже немножко больше, чем 36 часов, но примерно так, плюс-минус 36 часов. Я вам объясню, почему не 24. Потому что когда вы берете себе 24 часа перерыв, вот, например, вы в воскресенье поели в 4 часа, и до 4 часов понедельника вы ничего не едите, 24 часа. Но вы в принципе, довольно голодны. И у вас есть чувство голода. И вот через 24 часа,
когда вы садитесь есть, то очень трудно остановить себя, потому что вы голодны, и вы не можете, и вы начинаете есть много. И это уже ближе как бы к вечеру, это уже после 4. Вы начинаете в 4, вы заканчиваете в 5. Это уже ближе к вечеру, и у вас получается, поскольку вы очень хотите есть, вы наедаете много. Вы начинаете есть много, очень трудно остановиться. Для меня, может быть, вам нет, для меня очень трудно. Когда я голодная, сильно и начинаю есть, я уже не вижу берегов. И это происходит вечером, и это уже плохо. 36 часов, которые проходят от одного приема пищи до другого, вы утром, когда вы встаете, во-первых, к утру голод проходит. Вот как ни странно, когда я вечером очень голодна, ну, хочу есть, так скажем, иду спать, утром я встаю, я, в принципе, не голодна. Вот так вот у меня это работает. Я встаю, и у меня нету чувства такого голода, что я прямо вот сейчас слона съем, понимаете? А вот беру свой обычный завтрак, кофе там, я не знаю, йогурт, хлеб с сыром. То есть вот, кстати, я вам сейчас расскажу, что я не на диете, я, в принципе, ем вещи, которые, ну, как бы считается нельзя. Хлеб, там, сыр, какие-то такие вещи, которые считаются, что на диете там жирные, как бы, да. Ну, я стараюсь меньше, но, в принципе, я не ограничиваю себя вообще практически ни в чем. Если мне очень хочется, я могу съесть маленькую шоколадку, я могу и кусок хлеба, и в общем, ну, и орешков поесть, если мне очень хочется там чего-то еще. Ну, я стараюсь, конечно, не есть там макароны 3 раза в день. Я стараюсь есть более или менее диетическую еду. Если я ем еду не диетическую, я ем ее очень мало. Если я ем хлеб, значит, я беру один кусочек хлеба, делаю тост, на него кладу сыр один, и вот это мой завтрак. Понимаете, ничего такого зверского я себе практически ни в чем не отказываю. Так вот, 36 часов, девочки, и это мой... как бы закон. Вот 36 часов я не ем, делаю это в понедельник, мне так удобнее, чем в остальные другие дни. Вчера, например, я пропустила, потому что я записываю видео сейчас, сегодня 2 июля, наверное, завтра я его выложу на YouTube. Ой, какой длинный уже получается, боже мой, как я... Простите, я постараюсь побыстрее. Значит, и вчера у нас был День Канады, и все, был выходной, все были дома, мы пошли, встречались с друзьями, и вечером, конечно же, я не делала этот день 36 часов голодовки, потому что вчера был понедельник, но выходной, когда мы все были вместе. И тем не менее, я хочу сказать, что я ела вчера, и у меня нету большого набора веса, ну, может, полкило я прибавила за вчерашний день, а, в принципе, понедельник я обычно худею на полкило, потому что я даже больше, потому что это день, когда я не ем. То есть, таким образом, я, как правило, даже то, что я что-то там нарушаю и переедаю за выходные, в понедельник это у меня все уходит. А если мы никуда не ходим и сидим дома на выходные, и я не переедаю, то я в понедельник, вот это у меня происходит отвес. Значит, вот такая вот история. Это меня сподвигло, вот эта моя знакомая. Я спросила ее, что ты делаешь, чтобы похудеть? Она мне рассказала, что делает она вот так. Вот именно так она худела. Я хочу сказать вам, девочки, что я не призываю никого, потому что 36 часов без еды, с водой, конечно же, я пью воду, это не каждый может выдержать. Во-первых, это сложно. И мне было очень сложно первые пару недель, потом я привыкла. Я серьезно вам говорю, что можно привыкнуть ко всему, главное желание. Еще одну вещь она мне сказала, я когда ее спрашивала, эту мою подругу, я спрашивала ее, послушай, ну вечером вот сидишь дома, и вот я сижу, допустим, вечером на кресле, втыкаю в телефон, там все дела переделаны, я уставшая, я, значит, сажусь, хочу отдохнуть, и хочется вот выпить кофе с конфеткой, там что-то вот взять в рот, вот вечером сидишь, орешков погрызть, сухофруктов, даже такие вот вещи, которые не это самое. Я говорю, ну вот что делать, когда вечером так хочется... что-то пожевать просто для удовольствия, даже не от голода, а просто потому, что мы в основном-то едим для удовольствия. Она мне сказала, мери маленькие платья. Я, говорит, что делаю? Я, говорит, иду в свой шкаф, достаю всю одежду, которую... когда мне хочется есть вечером, достаю всю одежду, которая мне мала, и начинаю в нее пытаться влезть. И вот это меня очень мотивирует не есть по вечерам. То есть вот эта вот ее фраза, я когда говорю, ну что делать, когда хочется есть? Она говорит, мери платья, которые тебе малы. Очень хороший совет. Да, так вот, собственно, она мне
сказала, что она вот так вот худеет, и я стала делать за ней. Я хочу вам сказать, что 36... Я не обращалась к врачу, я вам честно скажу. Я сделала очень большой ресерч в интернете, много гуглала. И везде написано, что 36 часов, в принципе, это человек без еды не приносит никакого вреда организму, если человек 36 часов находится без еды. Ну, 24 все знают и так, а 36 – это тоже ничего страшного. Но, девочки, я вас очень прошу, не занимайтесь самолечением, тем, чем занялась я. В принципе, не пошла и не спросила у доктора. Я вас очень прошу, если вы сомневаетесь в этом, пожалуйста, посоветуйтесь с вашим врачом. Я это говорю очень, очень серьезно и без всяких вот сейчас вот там приколов и шуточек, потому что я очень серьезно считаю, что да, вот я как бы взяла риск на себя. Ну, опять же, интернет знает все, но поскольку вот там было такая, если вы здоровый человек, если у вас нет никаких проблем с сердцем или с чем-то еще, с другими какими-то частями тела, то это не приносит вреда. Каждый человек, повторюсь, имеет свое здоровье, свои какие-то проблемы и так далее. Поэтому, еще раз повторюсь, не самодеятельничайте. Сделайте так, как должна сделать умная девочка. Вот. Вот такой мой метод. Еще, значит, по поводу того, что я ем. Я хочу сказать, что я ем все практически. Если мне очень хочется, я могу поесть... Повторюсь, и кусок торта, и маленькую-маленькую шоколадку. Под маленькой шоколадкой я вам сейчас объясню, что я имею в виду. Хотела вам показать, но у нас они кончились. Поискала в шкафу. Значит, маленькая шоколадка – это вот реально вот такого размера. Вот такого вот размера. Вот такого шоколадка у нас продается в магазине, запакованный. Как будто, знаете, один кубик шоколада отломанный и запакован в бумажку. То есть, как бы он вот размера одного кубика шоколада, причем это черный шоколад, 70% какао. То есть, это он практически, в нем очень мало сахара. Фрукты я могу есть, ну опять же, один в день максимум, и то реже. Овощи я ем много, рыбу, курицу я ем много. Вот когда я иду на работу, я с собой беру еду на целый день. Значит, я беру с собой еду на обед. То есть у меня, когда я иду на работу, у меня получается так, что я покупаю себе стакан большой-большой кофе в нашем Тим Хортонсе, и с 8 часов я начинаю работать, я начинаю пить этот кофе, как бы, чтобы мне не очень хотелось есть. Это такой, типа, мой завтрак. 12 часов у нас ланч, обед, и вот у меня есть вот такие вот коробочки, вот такие. Они не такие маленькие, в принципе, вот довольно нормального размера. Я сюда кладу салат, рыбу или курицу, вот как правило вот такой вот, и беру это с собой. И вторую баночку такую же я беру с собой, клубника, ягоды в греческом йогурте, нежирном, который там без сахара, конечно, и так далее, сверху. Ну, то есть, такую вот у меня мешанину делаю. Неполную, вы понимаете, я и обед беру неполную такую коробку. Где-то вот до сих пор она у меня наполнена, вот так вот, да. И вторую порцию, вот такую же коробку, я беру, допустим, ягод с собой. И сверху там чернику, клубнику или там какие-то у нас есть, знаете, замороженные ягоды продаются, когда у меня нет свежих. Кстати, замороженные ягоды считается, что в них нету, ну, как бы все витамины сохраняются, и они также полезны. Замороженный и сверху, допустим, немножко йогурта. И я кончаю работу в 4:30. В 4 часа я съедаю вот эту вот. В 3:34 я съедаю вот эти вот ягоды. И все. И больше я ничего не ем. Вот такая вот коробка. На работу я хожу 2 раза в неделю. Когда я хожу на работу, у меня тоже всегда отвес. Когда я дома, я ем больше, чем когда я на работе. Как это не печально. Но это факт, потому что когда я на работе, у меня есть вот 2 баночки вот такие вот. И все, у меня нет там никакой еды. И я ем то, что у меня есть с собой, и я не могу есть что-то другое, что-то лишнее. Когда я дома, я, конечно, тут холодильник, тут шкафчик со всякими вкусностями. Я работаю из дома, и когда, особенно когда мне что-то плохо получается на работе, какие-то проблемы, затык, что-то не идет, интернет не тянет, там еще что-то, я, значит, злюсь, я хочу отвлечься, что я сделаю? Я думаю, пойду я что-нибудь поем. Ну, я стараюсь так не делать сейчас, но я делала это на протяжении всего последних нескольких лет, поэтому я и растолстела. Кстати, я хочу сказать, что вот
COVID и работа из дома очень сильно поспособствовала моему поправлению, потому что до этого я как-то еще держалась. Когда я стала работать из дома, я поправилась, потому что я стала намного больше есть, находясь вблизи вот от холодильника, опять же, ну, вот что-то такое, я, значит, да, пойду, я поем, да, ну, как бы себя порадовать, что называется, да. И вечером, девочки, самое ужасное, это даже не зажор, это вот от скуки вечером, после целого дня работы, потом кручения дома, каких-то дел, каких-то, ну, в общем, понимаете, и вы вечером, наконец, когда вы садитесь и отдыхаете, смотрите кино или там смотрите в телефон или что-то делаете, отдыхаете вечером, а это, как правило, начинается где-то 9, 8, 9, 10, я налью себе кофейку с орешками, например, да, ну, что там, орехи, эти алмонды, они вообще как бы считаются полезными. Но нет, конечно, это было ужасно. Я вроде не ела много. Вот в чем проблема. Я всегда себе говорила, я не ем много. Почему же я поправляюсь? Во-первых, я ела неправильное время. Во-вторых, я считаю, что много в 40 лет и много в 55 – это две большие разницы. То есть то, что вам в 40-45 лет кажется, что вы не едите много и вы не поправляетесь, потому что все, что вы едите, вы как бы не переедаете. Вот вы едите, и вам нормально, и вы не поправляетесь. Только в 50-55, вот то же количество еды, вы поправляетесь. Потому что метаболизм меняется там. В общем, ну, короче, проблемы женские всякие, вы знаете, да? Еще я хочу одну вещь сказать. Я недавно слышала очень одну умную женщину в интернете, опять же, которая говорила, что совершенно не важно, когда вы едите, главное, что вы едите, и калории. Количество, и даже не что вы едите, а количество калорий. Если вы расход калорий у вас меньше, чем приход, чем вы съедаете, то вы будете поправляться без вопросов. Не важно, когда вы едите и что вы едите. То же самое похудение. Если у вас расход калорий больше, чем приход калорий, то вы будете худеть, даже если вы будете есть картошку фри и гамбургер вот, в течение дня, допустим, там 3000 калорий, но если вы израсходуете 5, то вы похудеете. Я не представляю, как израсходовать 5000 калорий. Да, кстати, я не занимаюсь никаким спортом. Я очень не люблю спорт. Я ходила в джим, допустим, на дорожке ходила. Больше ничего я не делала. Сейчас я бросила, потому что у нас сейчас хорошая погода, у нас тепло. И если я стараюсь ходить по улице, 10 тысяч шагов у меня почти никогда не получается. Получается 7-8 где-то, может, даже меньше. И это не каждый день. Я не считаю, что это спорт, потому что от того, что вы будете ходить там 40 минут, час по улице, вы не похудеете. Это даже не думайте про это, понимаете? Это просто для поддержания вот какого-то тонуса в организме, но для того, чтобы похудеть, пройтись час в день, даже 10 тысяч шагов, если вы сделаете, вы не похудеете. Еще раз повторюсь, есть люди, которые худеют спортом, есть люди, которые худеют едой. Вот я человек, для которого я пробовала спорт, я не худею от спорта. Мне, чтобы похудеть от спорта, мне надо заниматься спортом 7 дней в неделю, каждый день по 7 часов, наверное. Как на работу ходить, тогда, может быть, я похудею. Если я вот буду там делать шаги, там это все, как у нас в Беларуси говорили, как слону дробина. У меня есть люди, которые, например, муж мой, который бегает, делает зарядку и так далее, он очень стройный, очень подтянутый. Когда я сидела на кресле и ныла, что я жирная, он мне говорит, ты не двигаешься, ты должна заниматься спортом, ты должна двигаться. Для него это работает. Может быть, это для мужчин так работает, может, это для других людей так работает. Я человек, который мне 57 лет, я всю жизнь сражаюсь со своим весом, и я знаю, что только спортом, даже самым интенсивным, я не похудею вообще, если я не закрою рот. Вот закрываешь рот и все. То есть я начала говорить про то, что значит расход и приход калорий. Так вот я что хочу сказать. Возможно, конечно, что то, что я не ем по вечерам и не ем 36 часов, это не столько вот нельзя есть вечернее время или там как-то так, но для меня это получается так, что у меня два приема пищи и то количество калорий, которое я бы съела на третий прием пищи, я его не съедаю. Поэтому у меня получается, что просто меньше калорий. Может быть, это так работает, я не знаю. Но опять же повторюсь, я пробовала интервальное голодание, я пробовала пропускать завтрак,
И тоже у меня было два приема пищи в день, и я не худела. Вот когда я стала пропускать ужин, вот тогда я стала худеть. Ну что, девочки, я не знаю, что еще. По-моему, я все вам рассказала. Я хочу вам сказать, что если вы хотите, наверное, будет много вопросов, и вы мне будете писать в комментариях, очень трудно долго всем отвечать. Если вы хотите, напишите, я сделаю стрим, живой стрим, лайв-стрим, где я вам буду отвечать на ваши вопросы, если вам захочется вот их у меня спросить. Все, на сегодня все. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что я немножко вас, может быть, замотивирую или как-то вам дам какой-то повод, ну, вот задуматься над тем, как мы едим и что мы едим. И еще раз повторюсь, не занимайтесь самодеятельностью. Очень вас прошу, если у вас какие-то сомнения, то посоветуйтесь с доктором и никогда в жизни не делайте что-то сами. Если у вас есть какие-то сомнения, какие-то проблемы со здоровьем, ну, в общем, вы меня поняли, вы все взрослые люди, вы знаете, о чем я говорю. Все, всех люблю, целую. Всем пока. С вами была Дита. Бай-бай.